Добрый день, в эфире программа «Детали» и я ее автор и ведущий Аслан Рубаев. Сегодня наши гости политолог Алан Мамиев и главный редактор информационного агентства «Анна Ньюс» Анатолий Андреевич Матвейчук. Вчера прошла в Доме кино премьера фильма «Отменивший войну» Николая Петровича Бурляева. Вчера мы были с Аланом на презентации этого фильма. И так как Алан у нас знает и главного героя, и вообще события 93-го года октября знакомы каждому интересующемуся человеку, да и вообще всем, что тогда происходило в Москве, об этом мы сегодня поговорим. И поговорим о том, что сегодня происходит на постсоветском пространстве. Алан, ну ты знаком с главным героем фильма? Какие впечатления у тебя от знакомства с главным героем фильма? И да, что ты можешь вообще об этом рассказать? О чем фильм вообще, да, в двух словах, для тех, кто не видел. Те, кто не видели, могут посмотреть в интернете «Отменивший войну» режиссер Бурляев. О событиях 93-го года, октября 93-го года, и о том, что происходило в Москве в тот момент. Главный герой Владимир Ильич Келексаев, наш земляк, осетин, и на тот момент сотрудник группы «А», «Альфа». Он 20 лет там прослужил в «Альфе», и вот в тот момент он как бы руководил группой сотрудников группы А, которая вот там непосредственно участвовала в этих событиях. И фильм, соответственно, строится на его воспоминаниях, на хронике тех дней и воспоминаниях там Бабурин, Сажу Малатова, Хасбулатов как бы вспоминают эти события. Самое важное, на мой взгляд, что в этом фильме было сказано, была вообще поднята тема 93-го года, которая в политическом пространстве довольно табуирована у нас, да, как бы стараются об этом не вспоминать, потому что многие представители нынешней правящей элиты, они как бы родом оттуда, да, и после этих расстрелов фактически своего парламента пришли к власти, стали там богатыми людьми, олигархами и прочими. Ведь что последовало за этими событиями? За ними последовала приватизация, за ними последовала война в Чечне, ну и все остальное, да, и фактически уже мы стояли на пороге демонтажа государства. Давайте это тоже не будем забывать, потому что Дальневосточная республика уже, да, там Дарькин создавал, уже создавали Сибирскую эту республику с Ростелем во главе, там чуть ли там по «Звезде» смотрел недавно передачу, где говорилось, что Россель уже готов был франки печатать, а Дарькин готов был печатать иены. То есть, и вот как бы вот эти события привели к этому. И в тот момент, там очень интересный момент, который никогда не поднимался. И вот там Владимир Ильич рассказывает, что, говорит, нас собрал Борис Николаевич Ельцин, то есть руководство тогда нынешнее государство, была группа А, Альфа, и был вымпел, то есть сотрудники были. И сказали, вы готовы выполнить задачу там верховного командующего, задача заключается в следующем. Говорит, сейчас, говорит, авиация отрабатывает ракетно-бомбовый удар по Белому дому, потом это зачищают вертолеты, вертолетное звено, а потом заходите вы и как бы оттуда живой никто не должен выйти, в общем. Лейтмотив был в этом. Вы, говорит, задачу поняли? Вы, говорит, ну, представляешь, мы молодые офицеры, да, как бы еще в принципе советские офицеры. Как, вот, с одной стороны замешательство, с другой стороны это приказ, мы обязаны его выполнить. И тут как бы авиацию отменили, как ходят слухи по приказу как бы из Вашингтона, потому что они боялись, что ракеты попадут в здание посольства, которое рядом находится, потому что, ну, мало ли куда могут попасть русские ракеты случайно. И решили просто отправить бойцов, соответственно. Вы помните расстрелы с танка и все остальное, то есть живыми депутаты выйти оттуда были не должны. Но тогда вот Владимир Ильич принял личное решение, насколько вот он говорит, там он объясняет это, как он к нему пришел, что мы кладем оружие на землю, заходим в здание и предлагаем депутатам выйти, то есть выведем их живыми под гарантии. Спросили, какие гарантии, Хасбулатов говорит, какие гарантии. Он говорит, я сказал просто, говорит, слово офицера даю. И благодаря этому слову офицера, благодаря тому, что эти депутаты в тот момент почему-то ему поверили, Альфа и там другие бойцы других подразделений вымпела создали коридор живой, по которому вот там бы показано в кинохронике, как депутата выводили. И вот весь фильм об этом, собственно, да, рассказе о тех событиях. Но в таком ключе, в таком контексте, и там, грубо говоря, непосредственные участники, да, спецслужб, кто там служил, ну, я не видел еще до этого, да. А раз эту тему подняли, на мой взгляд, плюс ее уже показывает федеральный канал, то есть она три раза уже была по телеканалу «Звезда», сейчас уже реклама крутится на «Россия-1». То есть, понимаем, что есть на это согласие политического руководства. И мне кажется, что благодаря этому фильму, в том числе, это знак того, что в нашей правящей элите пошло переосмысление тех событий. Понимаешь? То есть, другой некий взгляд пошел. Хотелось бы верить. А как по-другому? Как на федеральные каналы может попасть такая позиция? Ну, на федеральные каналы у нас вообще все, что угодно подает. Анатолий Андреевич, да. Вы работаете в агентстве, основателем которого был Марат Мазитович Мусин. Я знаю, что он был тогда в те дни там. Да, он был в группе Бабурина. А где были вы? Я в это время был адъютантом военной академии, она тогда еще называлась «Фрунзе». И, собственно говоря, мы сидели полностью в готовности то ли выйти на улицу, то ли защищать Белый дом, то ли брать этот Белый дом. Короче, нам команда
не поступило. Я расскажу вам два курьезных случая. Оперативная группа реагирования находится в фойе. Вдруг открывается дверь, заходит полковник и представляется. Я представитель министра обороны. Я спрашиваю, кто? А вы, если помните, в то время был у нас министр обороны Борщов Шапочников. Представляется, кто министром обороны? Я от командующего воздушно-десантными войсками. Что нужно? Офицеров одеть форму, вооружить оружием и вывести на улицы. Ну, нет, мы этот приказ выполнять не будем, потому что должен быть другой приказ. Заходит другой полковник, таким же приказом теперь не выпускать офицера. То есть пытались втянуть армию, но армия, слава богу, не втянулась в эту кровавую миссию. И Марат, да, Марат Мазитович был в группе Бабурина. В это время они находились там. Вот есть фотографии, где они лежат, сидят, что-то решают, лежит автомат. Собственно говоря, 3 октября 1993 года в стране произошел государственный переворот. Незаконный захват власти группой Бориса Николаевича Ельцина. То есть та конфронтация, которая происходила в стране между группой Хасбулатова, Рудского и Борисом Николаевичем Ельциным, она достигла своего апогея, ведь Конституционный суд признал незаконными решения президента о том лишении депутатских полномочий, о распуске Верховного Совета. Собственно говоря, назревала политический скандал, вакуум, когда в стране появилось двое власти. Uh-huh. Верховный Совет и президент своей команды. И здесь правильно, я полностью Аланом согласен. Ну, наверное, американцы подсказали. По-другому нет. Если вы посмотрите события, развернувшиеся за этими всеми решениями, ведь и патриарх пытался примирить, или ходили авторитетные люди к Борису Николаевичу Ельцину. Ничего не получилось. И применение силы, и страшное, кровавое. Ну, назовите мне, пожалуйста, ну, кроме Пиночета, который расстрелял правительство Альенде, кто еще в истории расстрелял свой парламент? Из пушек. Из пушек, танков. Прямой наводкой, конечно. Мы там ездим сейчас каждый день. Это возле Киевского вокзала, мост на Кутузовский. Там стояли танки прямой наводкой, 125-миллиметровые пушки прямой наводкой лупили по этому. Но для наших либералов это демократично. Видите, как получается. Они не ругают за это Ельцина. Они наоборот говорят, они что говорят, нужно что было... Они говорят, что это была необходимость для победы демократии. Но я в это же время приведу пример, что совсем недавно посол Соединенных Штатов Америки, который в то время был в Белом доме, он сказал, мы знали о том, что Борис Николаевич Ельцин решит любые наши проблемы, которые бы мы перед ним не ставили. То есть... Государство было на грани полного коллапса, разрыва всех связей. Ну, уже, собственно говоря, постсоветское пространство отошли все союзные республики. Бурли, Татарстан, он был страшнее Чечни. Там вот зазревал, вот-вот должен был взорваться исламский вот этот такой фундаментализм. Чечня, Дальний Восток, Забайкалье, все это реяло в воздухе. Ну, революционные потрясения, которые могли разрушить полностью Россию. Ну, коллеги, смотрите, если сегодня мы посмотрим на постсоветское пространство, тоже ситуация очень тревожная. Меня беспокоит в меньшей степени Киргизия, а в большей степени ситуация в Белоруссии, в Минске. Именно активизация событий, вот, которые давят на нас, именно вот в российском подбрюшье, на нашем балконе белорусском, сегодня непонятно, что происходит. И там можно четко проследить все технологии тех же цветных революций, которые, ну, наверное, лет 100 уже используются. Что вы по этому поводу думаете, Анатолий? Вот вы знаете, вот смотрите, давайте... Это демократический шаг и демократический выбор народа Белоруссии, что сегодня там происходит, или это сценарий опять западный, который они нарисовали? Вот давайте мы сразу ответим на два вопроса. Надо тоже сказать, что 100 почему тысяч... Почему происходит волнение среди народа? Народ ущемлен в каких-то своих правах, может быть, экономически, может быть, даже политически, и он хочет... Это нормальное состояние народа, он хочет жить лучше. Как лучше, он не знает. Он представляет себе совсем другие ценности, которые в реальности. Например, тот же Майдан на Украине. Мы все в Европу, и у нас будут пенсии, как в Европе. Их спрашивают, а почему у вас будут пенсии такие? Вы же ничего для Европы не сделали. Мы против России, поэтому у нас Европа так и вот это самое. Здесь же произошло приблизительно такое же. Группа подготовленных людей, грамотных, проинструктированных. И вот развернутый проспект революции, он следующий.
выборы, 1-2 этапа, очернение кандидата победившего, объявление его недемократически избранным, без подтверждения, шельмование силовиков, которые идут на защиту государства и конституции, создание в стране нетерпимости по отношению к правящему классу, последующим приход к власти или захват власти насильственным путем, как это произошло на Украине. Сценарий не меняется. Вот возьмите Киргизию, вот они прошли, нет, неправильно выборы, вы прошли, все на улицу. Ну, тогда я бы Киргизию не стал брать. Там нет, ну давайте, тогда мы можем самые недемократичные выборы в мире, это в Соединенных Штатах Америки, там нет волеизлияния народа. Да. Нет, люди даже не знают, что нет прямых выборов, там же выборщики голосуют. Но все говорят, что это демократия. А здесь выборы... Кстати, в Беларуси никто не прислал своих наблюдателей. Как можно утверждать, что выборы прошли нелегитимно, если никто не видел, как они проходили? Почему? Мы прошли выше Совет СНГ, отправили. Мы сказали, что все это было нормально. Да, да. И Казахстан. Ну, а с точки зрения военного дела, ну давайте мы посмотрим западное стратегическое направление, которое своим вековечным острием упирается в Москву. Это Смоленск, это Беларусь, оттуда. Там стоит боеспособная группировка НАТО. Боеспособная группировка НАТО на сегодняшний день имеет приблизительно 250-300 тысяч боеготовых. Кроме того, с усилением Соединенных Штатов Америки, которые с континента перекинули в Прибалтику и в Польшу, ну, мы можем насчитывать где-то приблизительно 50 тысяч контингентов Соединенных Штатов. Это в Восточной Европе. Да, это в Восточной Европе. И все это упирается клином в Белоруссию. Беларусь имеет... А на востоке? На востоке Турция? Сейчас мы дойдем. Я хочу вот с Западом закончить. И она как форпост стоит на границе между Россией и НАТО. Мы вторым эшелоном оперативно выдвигаемся. Все учения Запад, они начинаются с одного и того. Это усиление первого оперативного эшелона Беларуси, развертывание оборонительных сил России и отражение возможного наступления. Поляки, которые идут в первом эшелоне, понимают, что прорвать этот эшелон, ну, собственно говоря, смысла нет. Это огромные потери. И даже если победа будет достигнута пировой победой. Они бы после этого вывести Беларусь из влияния России. И, собственно говоря, вот представьте себе гипотетически. Лукашенко отказывается от власти, приходит Тихановская, и за ней приходит 5-6 дивизий НАТО, садятся в Беларуси. Что мы будем делать? Ничего. Мы ничего не будем делать, потому что мы не и вот под этот шумок, вот этот шумок конфликта в Беларуси, внутреннего конфликта в Беларуси, мы не заметили те поползновения, которые произвела Турция на Востоке. Турция подмяла под себя Азербайджан. Турция подмяла под себя Киргизию. Турция, ну, наверное, это грубое слово подмяла, усилила свое влияние и присутствие в этих регионах. В Туркменистане, собственно говоря, кольцо замкнулось. Изолирован Иран, как противовес Турции в этом южном регионе, и усилие Турции – Аджария пытается уже отторгнуть от Грузии, то есть Турция играет свою карту, и создание Великого Турана для Турции – это ближайшая перспектива. И, собственно говоря, Турция всеми своими действиями показывает о том, что она интересы России абсолютно игнорирует в этом регионе. А этот регион, он наш, это наша земля, мы ее полили своей кровью, не только русской, азербайджанской, армянской, мы ее отстаивали, мы ее делали. Собственно говоря, такой, как она сейчас есть. Алан, а что нам делать? Как нам нужно себя вести на постсоветском пространстве? Ну, ты вот политолог. Понимаешь, вопрос стратегически нужно понять, а что вообще происходит? Вот правильно вот сейчас тактику, да, обсудил коллега. Но стратегически это еще было описано же, когда Бжезинским, еще бог знает когда, в какие-то дремучие года, что разрушение Советского Союза будет происходить в два этапа. То есть, первый этап – это когда были вот демонтаж непосредственно СССР, а второй, говорит, будет через 20-25 лет. Потому что, говорит, Западу нужно какое-то время на того, чтобы переварить страны Восточной Европы, вот эти вот отколовшиеся советские республики. Самое главное – воспитать внутри России прозападную элиту. Понимаешь, что они сделали? Они на это потратили одно поколение. Люди мыслят стратегически. Их неоконечная задача, он говорил, да, это окончательное решение русского вопроса. Что такое окончательное решение русского вопроса? Мы же понимаем. То есть, расчленение уже исторической России. Они не остановятся. И то, что мы сейчас видим, начиная, наверное, с 2014 года, да, с событий там, на Украине и все прочее, это вот
Организация – это во второй части демонтажа СССР. Но в этот раз, вот правильно сейчас коллега сказал, стоят войска НАТО. Но НАТО не будут принимать участие. Никому не нужна ядерная война в Европе. Она не нужна. Они что делают? Они берут украинцев, да, там, грузин, азербайджанцев, то есть наши бывшие союзные республики, становятся сзади, их толкают вперед. И примерно, вот представляешь, они создают вокруг России сейчас это огненное кольцо. Алан, я все прекрасно понимаю. Да. Можно толкать. Но почему мы допускаем, чтобы толкали, и почему мы не работаем? Мне только один вопрос. У нас никто не занимается этой мягкой силой. А почему не занимается? Понимаешь, потому что у нас постоянно все говорится про ядерное оружие. Вот нам ракеты показывают, арматы, сарматы и все остальное. Кто занимается у нас мягкой силой в нашей стране? Скажи мне, пожалуйста. Где есть эти центры интеллектуальные, которые создают какие-то, генерируют смыслы? Ну, допустим, институты СНГО и еще какие-то есть организации. Ну, ты смотри, вот у нас же был проект вхождения в Запад, мы же хотели стать Западом, правильно? Но я по-другому хочу. Смотри, не так. У нас есть Высший Совет СНГ. Да. Есть ОДКБ. Есть все структуры. Обвинить нас, что мы ничего не делаем, тоже как бы нельзя. Почему мы не удерживаем в отбитии влияния? Да, смотрите, дело в том, что вот сколько произошло событий, в которых участвовала напрямую Россия. Это война 2008 года, когда мы разгромили армию Грузии. Она перестала существовать. Кто из стран СНГ и ОДКБ сказал хорошее слово в сторону России? Никто, даже наши ближайшие союзники, такие как Казахстан и Беларусь, промолчали. Не признал Южную Осетию Абхазию. Например. Очень скромно, да. Но у меня есть ответ на этот вопрос. Почему должен Лукашенко признавать Осетию, Абхазию или Крым? Ему никто не объяснил этого делать. Он вышел в независимый... Ему не объяснили, что это его национальный интерес. Ему нужно было это сказать. Те же действия Соединенных Штатов Америки напрямую сразу же поддерживаются всеми членами НАТО. Что бы американцы ни сделали, критики мы не слышим в этом отношении. Но вспомните хотя бы вторжение в Ирак, вторжение в Афганистан и тому подобное. Но нету критики как таковой. То есть мы почему-то играем на равных со своими бывшими союзными республиками. Мы их признаем партнерами. А они нас не признают партнерами. Они постоянно ищут какую-то выгоду. Казахстан полностью, собственно говоря, сельское хозяйство находится под протекторатом Китая. Промышленность. Туда турки влезли. Киргизия, ну, полностью уже протекторат Турции. И, собственно говоря, мы теряем и Центральную Азию, и Южный Кавказ. Все от нас отходят. Собственно говоря, я тоже не могу понять пока до сих пор, почему противодействие. То ли это наша политика умиротворения так действует на наши умы разлагающие, размягчает наши помыслы, или наше, возможно, нежелание. Я думаю, что дело скорее в нежелании. А может, еще и в том, что мы внутри себя не наводим порядок? Так, это и есть результат этого нежелания. То есть, наша правящая элита, понимаешь, она сердцем-то своим живет на Западе. Деньги у нее там, семьи, жены, дети учатся, в конце концов. Понимаешь, то есть, у нас получается оккупационная элита, большая, большая ее часть. И когда руководитель государства, с одной стороны, показывает, что у нас какие-то там замечательные ракеты, которые могут попасть там куда-то и что-то там взорвать, понимаешь? Как ты говоришь, эта мягкая сила вообще не используется. То есть, ничего этого не делается. Мы теряем уже постсоветское пространство полностью. Мы сделали Украину вражеским государством. Это же результат нашей политики, понимаешь? Но эти вопросы никто никогда не поднимает. Говорят про плохих бандеровцев. А почему мы там не работаем? Вот сейчас приезжал Медведчук, да, сюда. Вот, ну, мы опять поддерживаем Медведчука. Я просто украинскую тему очень хорошо знаю, мне погружен был. Медведчука на Украине не признает никто, понимаешь, из населения. Он там никто. Почему мы делаем ставки постоянно просто на хороших парней? И часть зачастую олигархов. Ну, был такой Янукович, был там Иванишвили в Грузии, все что кто угодно. Понимаешь, мы не работаем с гражданским обществом на этих территориях. Мы не несем туда свои смыслы, свою идеологию, свое мировоззрение. Мы работаем с элитами. Вот ты пришел, ты хороший парень, на там, мы даем тебе контракты, подряды, и ты типа от нашего имени там решаешь вопросы. Но они эти деньги воруют и при этом ничего не делают. Они не являются властителями дум. Тот же Медведчук и все остальные. И так везде, во всех странах. И потом, когда происходит взрыв, все разводят руками. Боже мой, как это неожиданно. Как допустили приход Пашиняна к власти в Армении? Объясните мне. Я спрашиваю своих армянских товарищей, которые работают в МИДе. Какое количество армян работает в МИДе? Наверное, ну, мало какая еще этническая группа так там представлена. Я говорю, как вы допустили приход Пашиняна? Объясните мне. Проамериканский, соровский, безусловно. Как вы допустили? Почему вы там не воспитали своих пашинянов, своих там людей? Как вы допустили то, что сейчас русский язык фактически под запретом, да, и СМИ российские, и все остальное? Это же результат вашей деятельности, например, МИДа. Вы же должны этим заниматься. Кто этим должен заниматься? Мы с тобой. Это вопросы, понимаешь, открытые. Вот а может это? Быть и мы вот с тобой. Вот что такое, понимаешь, и всегда возникает вопрос один простой. Это глупость или предательство уже? Вот чего там больше? Я не считаю их глупыми людьми, поверь, там очень умные люди, хорошо образованные. Они прекрасно это все понимают. Но почему они ничего не делают?
В 2013 году мне довелось быть в Одессе, мы там проводили проект, назывался «Союз наследники Победы». Это дети со всего Советского Союза собрались в Одессе и по военно-спортивным мероприятиям, приуроченным ко Дню Победы. И вот нас пригласили в первую гимназию города Одессы, и директор гимназии на хорошем русском языке нам взахлёб рассказывал, это кабинет французского языка, его поддерживает посольство Франции, кабинет польского языка, его поддерживает посольство Польши, кабинет немецкого, посольство Германии. Мы говорим, а где кабинет русского языка? А вы знаете, она так хитро улыбнулась, сказала, ну мы же все говорим на русском, а потом нам тихо сказала, представительство России на Украине не занимается воспитанием детей, чтобы они любили русский язык, литературу, историю. Не занимались. Мы бросили это все на произвол. Эту нишу заняли бандеровцы, эту нишу заняли поляки, эту нишу заняли прибалты. Ну, потому что ставку сделали на экономику. Вот понимаешь, проблема вот любых вот этих всех бизнесменов... Да я не вижу ставки на экономику, как? А что? Нет, я тебе разверну свою мысль, я имею в виду, понимаешь? Когда интересы ставятся выше идеалов, то есть, когда вот идет разговор о том, что учить детей или еще что делать, работа с гражданским обществом, ты должен туда нести какие-то идеалы. Ты не должен там раздавать всем по 100 долларов и говорить «любите Россию». Да, нужно конечно. Нести какую-то культуру, понимаешь? Нужно нести какие-то идеи. Самое главное – дать образ будущего. У России нет образа будущего. Вы никогда не задумывались, почему на Украине запретили фильм «Тарас Бульба»? Потому что Гоголь много. Проводит там мысль, что это русское воинство. Казаки, которые были запорожцы, они не были украинскими, они были русским духом. Так прописаны. И начинается же, что есть русская да. земля. И он был запрещен на Украине специально, потому что якобы Гоголь такого никогда не говорил. Ну, возьмите, ребята, Гоголя в оригинале почитайте. Может, не говорил, но писал точно. Конечно. 100%. Да. И это проблема ну, в первую очередь наша. Еще Алан сказал про оккупационное правительство. Я хотел бы привести такие примеры очень интересные. У нас налог простого гражданина Российской Федерации, ну, мы декларируем, что где-то 13%. Значит, посчитали наши экономисты, мы платим, знаете, какой налог? Приблизительно 55-70%. Конечно, НДС. В виде там, да. скрытых после. Штрафов за все возможные преступления. Вы знаете, штрафы, которые заполонили нашу страну, это целый раздел уже экономики. Под него закладываются уже перспективные проекты. И, например, коронавирус принес прибыль принес московскому правительству за те штрафы, которые за маски и тому подобное. То есть этот придумали вирус, придумали болезнь, придумали маски, произвели эти маски, а теперь нас заставляют и еще облачили штрафами. Ребят, ну так правительство не по отношению к своему народу, я думаю, не... Не, ну реализовывают же не концепцию, а озвученную. Люди – наша да. новая нефть. Как бы, мне кажется, так коротко точно. И понятно все То сказано. Есть мы, наше движение для жизни, в отношении жизни расценивается с точки зрения извлечения прибыли. Извлечение прибыли. Чистая экономика. Ведь вспомните, правительство Москвы не захотело во время пандемии коронавируса отменить штрафы за парковки. А ведь люди тогда ездили на личном автотранспорте из-за того, чтобы не ездить там на общественном транспорте. По 5 тысяч. Я вообще не понимаю вас штрафами. 5 тысяч, 30 тысяч. Они живут в реальности или нет? 500 тысяч для юридических У нас тысяч. Средняя зарплата в стране 25-30 тысяч, а пенсия 15 тысяч. Один штраф, и человек голодный. Ну, если отходить все-таки, отходить от вот темы внутренней политики к внешней да. и вернуться в СНГ... И... А это следствие одно другого, понимаешь? Это следствие, и взаимосвязанные мы, процессы. Мы, как авторитетное государство, теряем в виде... Ведь у нас очень много мигрантов. Они сталкиваются с нашими... Они же потом приезжают, рассказывают, что в России творится. Многие украинцы уже не хотят ехать сюда к нам на заработки. Ну, их хорошо, обирают. А куда они могут поехать? Они в Европу ездят. Венгрия, Австрия, Польша. Франция, Польша, Италия. Они на мытье унитазов зарабатывают больше, чем у нас на производстве. Ну, я думаю, что... Ну, и пусть едут, зато если с ними там так что-то нет, произойдет. По крайней мере, у нас их хоть как-то приютят. Ну, просто нашим менталитетом поделятся едой, кровом. Это мы с тобой на уровне... Ну, я и говорю на уровне. Простого обывателя. Мы же все равно лучше. Мы можем оказать помощь любому человеку, который нуждается в этой помощи. Но ведь и государство должно... Почему едут в Германию? Мама Меркель приезжает всех. Да, там уже это самое... Авторитет государства... А мы это там открытие. Да, мы ядерная держава, да, у нас
вон кинжалы летают, там посейдоны ныряют, все. Это очень все хорошо, но мы должны выступать как мощное единое государство с единой, внятной внешней и внутренней политикой. Хорошо, вы всерьез, вот если так, вот как военный эксперт в том числе, вы всерьез верите в то, что Россия способна применить ядерное оружие, нынешнее политическое руководство, в случае, например, не большой какой-то глобальной войны с НАТО, как сказали, а там 5-6 локальных конфликтов на границах будет. Белоруссия, Украина, Донбасс, Луганск, вот это вот все, и Южный Кавказ, и Средняя Азия, если взорвется. Могу ответить, Алан. Да. Александр Григорьевич Лукашенко обратился к Путину, Путин сказал, что он сформирует для наведения порядка в Минске, он сформирует отряд и ведет войска. Хорошо, в Минске, пожалуйста. Следующая Украина. Начинается Донецк и Луганск. А мы готовы были, Совет Федерации готов был. Я понимаю, вести, а потом еще, например, начинается Южный Кавказ, Грузия, Абхазия. Мне кажется, Кавказ, есть ОДКБ. Вот смотрите, у нас есть ОДКБ, и мы должны в любом случае действовать в рамках ОДКБ. Я понимаю, и мы какие можем... силы и средства современной армии российской без применения ядерного оружия, чтобы вести 4-5 таких вот конфликтов? Я на нашу армию надеюсь, я уверен, что она справится с любым конфликтом, просто ей нужно на это получить добро. Армия достаточно оснащенная, она имеет все на вооружении. У нас есть проблемы, и проблемы личного состава подготовленного. Это здоровье нации, которое... Вот я призывался в армии в 1975 году. Вот из 100 призывников 1-2 у нас отсеивались. Сейчас из 100 призывников мы призываем в армию 30-40%. Остальные... То есть у нас есть проблемы. Но армия у нас... Ну, я согласен... Аланом, у нас, по всей видимости, несколько конфликтов будут затруднительно для введения. Я бы немножечко вернулся в СНГ, опять на постсоветское пространство, и я вижу проблему, может, я не прав, проблему в другом. Мы стараемся, ну, огромная Российская Федерация пытается на равных говорить с Киргизией. Я не говорю, что киргизы как народ там плохие, но у нас не могут быть общих интересов, не может быть в России с Киргизией общего огромного глобального интереса. Мы в этих переговорах на равных не должны ставить Киргизию. Мы должны приходить и говорить, у нас вот такие условия, либо вы согласны, либо мы завтра ваших трудовых мигрантов вышвырнем отсюда, и они придут к вам туда домой и заполнят все. Ну, условно говоря. Конечно, все нужно говорить дипломатично, аккуратно, красиво. Мы не ведем такую риторику. Мы всегда пытаемся договориться честно. Ну, мне кажется, это не для России. Говорить очень там, знаете, с 18-миллионным населением Казахстана мы говорим так, как будто мы, ну, как, ну, действительно, какая-нибудь там Сербия маленькая, я имею в виду территориально. Это стратегия такая политического руководства. Мы не можем так говорить. Мы пытаемся... очень много дали. Мы очень много дали по советскому пространству, в частности, этих финансовых плюшек, в частности, образовательных программ. Гуманитарные программы развиты очень хорошо. Дело-то все равно в том, что, наверное, они ориентируются на Запад, ориентация уходит на Запад, и они теряют свой суверенитет, еще и на Китай, на Турцию, теряя свой суверенитет, они дорожат каким-то своим суверенитетом ради каких-то плюшек и не хотят почему-то общего партнерского договора. Может быть, в этом проблема вот в них, а не в нас? Может которые, быть, не знаю. Вот эти государства, пища которые... для размышлений вам, экспертам. Хорошо. Я ведущий, мое дело задавать вопросы. Вот это сегодня. Государство, которое ты назвал, тоже играет... Какое именно? И Киргизия, и Казахстан, постсоветские государства, которые образовались после развала Советского Союза. Россия пытается играть роль Советского Союза и пытается объединять их какими-то усилиями военными, военной политикой, экономикой. Но эти государства, получая, скажем так, материальные ценности, развивая свою экономику, подпитку финансов, ориентируются совсем на другие ценности. Они не ориентируются на воссоздание каких-то там союзов политических, военных. Они ориентируются на сиюминутную выгоду от России. Перспективную свою политику строят на взаимоотношениях с Китаем, Соединенными Штатами Америки. То есть они нас шантажируют? Да, они нас шантажируют. Мы будем фарватеры вашей политики, если вы нам сделаете то-то. А если вы не сделаете, мы тут же спустим на Центральную Азию англичан и американцев. И мы как бы ведемся на это. Вот какая... в общем-то, нехорошая тенденция, в том, что мы играем, ну, политику... Слишком мягкую? Слишком мягкую. А какая должна быть политика? Ценности, понимаешь, вот говорят, правильно. Или идеологию нам нужно найти? Конечно. Заразить их идеологией. А какой? Идея, овладевшая массами, становится материальной силой. В этой книжке написано, в которой ты стоишь. А какой? А вот это самая большая проблема, понимаешь? Хорошо, мы за 30 лет идеалы Сталина... Хорошо, идея сейчас какая в России? Россия – это что для тебя? Для меня? Да, вот что такое Россия? Вот ты приезжаешь, например, в Казахстан и говоришь, вот у нас есть проект, Россия – это проект, да, вот или
говорит, что это такое, вот будущее у нас такое. При Советском Союзе у нас был некий проект, да? Коммунизм. Светлое коммунистическое будущее, его все совместно строили. У Запада есть свой проект, образ будущего, у Китая есть свой. Они говорят, подключайтесь к нашему проекту, динамично развивающемуся. Запад, там, соответственно, свой проект, американцы в свой, там, турки сейчас свой вот этот пантюркистский и все прочее. А мы что должны им предложить? Вот они сейчас эту тюркскую идентичность, да, вот мы сейчас опять вернемся, Южный Кавказ и вот эта вся Средняя Азия. Это же Великий Туран, мы же видим, и мешает им Армения, то есть Турция соединится, соответственно, сам с Азербайджаном и со всеми остальными странами. Это Великий Туран, это идея в первую очередь, и, соответственно, там уже экономика под нее. А у нас нет идей. А у нас вокруг есть, чего мы должны ее объединять? Ну, мне кажется, ну, хотя бы посмотреть на всех наших философов, на Гумилева, на идеалы справедливости. Идеология справедливости. Только Россия предлагает честный, справедливый мир, без войны, без всего. То мы можем предлагать эти... Просто мы, смотрите, мы, наверное, слишком вот перебултыхались с этой всякой такой либеральной игрой в демократию, забыли свою литературу, своих героев. Может, их опять нужно вывести на полку и показать их? Нашей молодежи, в школах, ну, нашим политикам, наверное, нужно... Бесконечно эксплуатируют тему Второй мировой войны. Ну, этого недостаточно. Может быть, обратная реакция. Может быть, обратная реакция. Ты обратил внимание, у нас нет разговоров про будущее, только про прошлое. Россия живет прошлым, а надо жить будущим. Ну, как в этом проблема? Так, подождите, как у нас было? Кто сказал, прошлое России замечательное, будущее, подождите, настоящее прекрасно, а будущее такое, что невообразимо даже самому воображаемому человеку. Это кто такое сказал? Да вот не помню, кто-то из нас запутался, ну, что наше будущее очень-очень... Обещать очень, не значит жениться, знаешь? Ну, я понимаю, но мне кажется, нам есть что предложить. Но на сегодняшний день мы не предлагаем. На сегодняшний день не предлагаем, русский язык выдавливает, культуру выдавливает, какого-то кинематографа, который может конкурировать, например, как создать, ну, с Голливудом, да, или тоже. Но мы ведь не можем тоже прийти завтра, мы же тоже не можем прийти туда завтра, условно говоря, неважно, в любую страну постсоветского пространства и сразу там... Но мы же должны прийти с чем-то туда. Как братки из 90-х, а с чего недостаточно? Как братки из 90-х мы как раз и приходим, понимаешь? Да нет, как мы сейчас приходим, говорим, ребята, держите, получайте деньги, получайте безопасность, но сегодня давайте от исламского государства, там все защищает, опять же, ОДК. КБ, опять же, российские спецслужбы. Все, есть единый центр управления, ну, там, не знаю, всякими эти, ну, наш этот общий, в рамках УДКБ, антитеррористический комитет. Все, я вспомнил, как он называется. Все, это их стабилизация, это их сегодня защищает. Так, я думаю, что если... Может, тут... они давно уже хотят слиться в экстазе с ними, понимаешь, что уже сейчас сложно уже понять. У них общие идеалы какие-то, наверное, есть. Ну, я думаю, что если спросить у рядового киргиза на улице, наверняка он любой скажет, что он хочет быть в составе России. Я не имею ничего против Киргизии, я так просто говорю. А какая хорошо есть, вот ты говоришь, вот Киргизия, да, там есть пророссийская партия, если они так хотят бы все в составе России, кто там... Какие политики, какая, не знаю, часть элиты является пророссийской? Вот я думаю, что Атамбаев вполне был пророссийский. Я не думаю, что Жээнбеков ведет какой-то антироссийский. Да там любой политик, он в принципе будет пророссийский, потому что Киргизия не представляет, давайте тоже скажем, никакого интереса для любой такой страны, потому что там ничего нет. Ну, понятно. Поэтому единственный... Представляет интерес. Ну, там политический проекта, какой-то, может быть. Но единственная цель выживания Киргизии – это говорить о союзном государстве с Россией. Это однозначный факт. Поэтому, ну уж... Говорить о том, что там может появиться какой-то антироссийский политик, я не думаю, что он появится. Вы помните слова Кондолизы Райс, которая говорила, мы видим все прекрасно, и мы не позволим России реанимировать Советский Союз. То есть все любые наши потуги создать какие-то, даже его, знаете, такой аморфный хотя бы союз, но хотя бы все, как только республика постсоветского пространства заявляет о своей ориентации на политику России, она тут же подвергается дискриминации со стороны НАТО, Запада, Евросоюза. Евросоюз, который, ну, собственно говоря, какое ему отношение к Азии? Ну, никакого. Но он имеет свое представительство, он полностью пытается влиять на Киргизию, на Казахстан, на Узбекистан. И вот сейчас происходят события на Кавказе, Евросоюз имеет особое мнение, хотя бы он не высказал, опять Пашинян находится тоже между давлениями, ему сейчас говорят, хочешь помощи, выгони военную базу русских из Армении, ты получишь военную помощь. Так задача Пашиняна, его стали с двумя задачами, да. Сдать Карабах и выгнать военную базу, да. Две задачи, которые перед ним были поставлены американцами, это особо никто даже не скрывает. Турки, они тоже играют очень хитрую игру. Вы думаете, Турция хочет выйти из НАТО?
Никогда Турция не выйдет из НАТО. Она играет двойную игру. Там полмиллиона, да, армии. Да, она играет двойную... Крупнейшая армия у них. Она играет двойную игру. Она получает бешеные финансовые вливания в свою экономику, развитие военно-промышленного комплекса. И тут же еще играет Эрдоган националистическую карту, пугая Европу исламской угрозой. И плюс туда еще война за торговые пути. Вот сейчас коллега тоже сказал, как, что связывает Евросоюз, например, и там ту же Азию. А это же сейчас сухопутные торговые пути. Это же новый китайский проект «Шелковый путь 21 века». Они же строят. И вот если посмотреть маршрут этого «Шелкового пути», предполагаемого, везде там, в узловых точках, начались конфликты военные. В Сирии, там, в Крыму должен был быть порт. И когда начался Майдан на Украине? Когда он начался? В тот момент, когда Янукович в Китае подписал договор. Понимаешь? И в этот день практически начался Майдан на Украине, с этого момента его свергли. И вот в этих всех точках, если вы просто возьмете карту этого «Один пояс, один путь» китайского проекта, везде, во всех этих точках начинаются загораться локальные конфликты, потому что, как в Средневековье, война пошла за торговые пути, и каждый хочет забрать себе свой кусок как бы в этом пироге. А путь какой? Что такое шелковый путь? Это из Пекина куда? В Берлин. Союз заключил Китай и Германия. Наше глобальное рассуждение подвел буквально позавчера господин Бжежинский, бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки. У него есть такая, в общем-то, он апологет одной державы. А кто подвел? Он же просто скончался. А он подвел такими цитатами. Будущее принадлежит Соединенным Штатам Америки и Китаю. И необходимо разобраться, кто в этом противоборстве будет первым. Заметьте, нету ни Германии, ни России, никого. Будущее принадлежит Соединенным Штатам и Германии, и Китаю. То есть он видел противостояние вот этих двух систем, и остальные, с кем вы хотите быть? Хотите с США? Пожалуйста. Хотите с Китаем? Ну, мы вам не советуем. То есть это нам предлагают, нам, да, России выбрать? Конечно. Естественно. Война будет конечная, все равно США с Китаем. Может быть, будут предлагать, выбирайте, либо вы с Россией, либо вы с Китаем, либо с США. А с Россией это с кем? С чем? С Россией. Это с чем? Проект России в чем? С реками, полями, идеологией красивой. Ну, я верю в Россию. Так я патриот России, я ее 45 лет в строю военном защищал. Свою родину. Мы безусловно, да. Я думаю, но что сейчас... российское общество родит этот проект. Родит это в ближайшие годы, это вопрос жизни и смерти на самом деле. И после того, как родится проект, какая-то часть элиты начнет его реализовывать. И ведь вот возвращаясь к началу нашего разговора, вот этот вопрос о 93-м годе, почему он сейчас актуализировался? Центральные каналы, сейчас пойдет обсуждение это. Потому что ту часть элиты, которая тогда с помощью американцев, да, пришла к власти, ее нужно, это компрадорская часть нашей элиты, понимаешь, ее нужно убирать. Невозможно вместе с ней как бы противостоять кому бы то ни было, реализовывать что угодно. Они будут саботировать любые решения, они будут хранить деньги в американских ценных бумагах, они будут вывозить сырье и не возвращать деньги в страну. Сколько в год там официально Центробанк взял? 200-300 миллиардов выходит из России, выводится, понимаешь? Это что такое? Это, представляешь, как кровь. Это же деньги, это кровь экономики. Вот тебе берут там и по литру крови сливают каждый день. Ты сможешь адекватно существовать? Нет? Да я 2 дня поживу. Ну, вот понимаешь, вот примерно так же и Россия. Они ее пытаются выдоить, доят, и не дают ей восстанавливаться. Все эти разговоры про импортозамещение и все остальное. Но мы же понимаем, что дальше разговор зачастую не уходит. А почему? Потому что саботаж идет. Вот что сделал Сталин? Вот это вот потенциальных саботажников, они тогда как бы и репрессировали. Ну, помимо него, конечно, еще там лес рубят щепки, или так он сказал. Но, с другой стороны, если бы он этого не сделал, никогда в жизни бы мы войну не выиграли, понимаешь? Он смог этот саботаж убрать из элиты, потенциальный даже. А у нас откровенный саботаж идет на всех уровнях. Есть такой Ельский университет. Он готовит элиту для будущих государств, которые создадут Соединенные Штаты Америки. Да. Но я вам назову только выпускников, несколько выпускников. Саакашвили, Порошенко, Набиуллина. Навальный, по-моему, там учился, нет? Да. Это люди, которые готовятся к прийти к власти. Гауляйтеры. Гауляйтеры называлось во Второй мировой войне. Собственно говоря, ну так. А давайте еще раз вернемся в СНГ опять, в постсоветское пространство. У нас сейчас прошли выборы в Киргизии, прошли выборы в Таджикистане, ожидаются выборы в Молдавии и Грузии. Да. Какие ваши... Грузия, потом Молдавия. Там, так, да, 31-й, 1-й. Мне кажется, что жарко еще будет,
Будет еще жарко на постсоветском пространстве. Мне понравилось Алан, а можно с тобой... Вот, ты можешь сравнить ситуацию, как падало вот этот принцип домино арабской весны? А помнишь, когда страна за страной поджигались? Может же быть сейчас в постсоветском пространстве то же самое? Да, конечно, уже говорит следующий Казахстан и так далее, да. Это везде так будет поджигаться. Сейчас просто занялись южным. Они попробовали в Беларуси. В Беларуси не получилось. То есть я же многих экспертов смотрел, они уже совершенно твердо были уверены, что 10 августа не будет никакого там Лукашенко. 12-го они говорили. Грубо уже, говоря, да. Что его уже не будет. То есть они его уже списали. Но так получилось, элита не предала. По зубам дерева. Ну, как бы да, там много крепкий факторов орешек, сработало, да. Что он сумел выстроить адекватную. Без предательства элиты невозможен никакой Майдан. Ну, Саддам Хусейн. Ну-ка, везде. Ну, там еще армия и силовики поддержали. Силовая элита, имеется в виду, конечно. Без предательства их невозможно это все сделать. Вот по поводу Армении, да, как это произошло, приход Пашиняна к власти. Я вот с товарищами армянами общался, они, знаешь, как говорят, когда Пашинян приходил, все эти уличные движухи были, ни одного полицейского не было на улицах. Все сидели на участках у себя. То есть, для того, чтобы, например, вызвать полицейского, нужно было прийти чуть ли не в участок прийти, а на улицах был полный гвалт и хипиш, понимаешь? То есть, кто-то ждал этот приказ, кто-то же дал указание такое руководству не дергаться, не рыпаться, не прыгать. В Беларуси этого не произошло, то есть предательство силовыми структурами своего руководства. Вот и в этих всех постсоветских странах, конечно... Хорошо, а что сейчас, ты же видел, что сейчас в Киргизии было? Ну, условно говоря. Если, да, тоже полиции не было на улицах, ты видел, что народные ничего дружины не и все. Было, что... да. Ну, спокойно вот, все захватили. Это называется выключить репрессивный аппарат. И вся вопрос заключается, когда тот же, в чем стратегия? Они зажгут все вот эти окраины, они везде их подожгут. Им не жалко. Как они говорили, когда мы были на Донбассе, так ты считаешь, мы Киргизии готовы воевать подожгли? С Россией, говорит, до последнего украинца. А? Ты считаешь, Киргизию подожгли или безусловно, это само конечно, Россия? Конечно, конечно. Конечно. Да? Да. А кто? Турки. Турки, думаете, да. Турки. Они реализовывают свой проект. Хорошо, а Молдова с Грузией? Молдова, ну, Грузия... Молдова... Молдовии, как бы, смотри, там в чем заключается цимис. Вот Приднестровье, оно фактически сейчас находится в блокаде. Да? С одной стороны Молдова, а с другой стороны Украина. Украина полностью закрыла воздушное пространство для России еще с 2014 года. То есть, военные самолеты не могут туда приземляться. А в Приднестровье наша военная база находится. Одна из крупнейших. Вот сейчас, если придет прорумынский такой... товарищ в Молдове, то они закроют еще и с этой стороны. И у нас получится полностью в блокаде эта территория. Понимаешь, и там начнутся события определенные. У меня друзья там живут в Приднестровье, и там уже, как говорится, идет разговор о том, что если вдруг, не дай бог, там сейчас, говорит, Дадон начнет побеждать, то они уже тоже готовят там деструктивные процессы уже в Кишиневе. То есть, под это уже готовятся структуры, румыны очень активно работают. Это все разговоры про воссоздание Великой Румынии у них. То есть, присоединить Молдову, но Молдова уже вместе с Приднестровьем. И самое страшное, если эти процессы начнутся одновременно. Понимаешь, там Южная Осетия, Абхазия, там готовятся, ты знаешь, да? Армения, Азербайджан. Средняя Азия где-нибудь и Беларусь одновременно. Вот так вот они начнут 5-6 локальных конфликтов. А у нас, если не дай бог. 5-6 локальных конфликтов, а потом будет удар в Москве. Понимаешь, потом здесь начнутся какие-то деструктивные процессы, потому что основные силы растянут по периметру, и тогда уже в Москве можно начинать эту движуху. Вот задача, мне кажется, для них это, конечно, почему весна называлась русская? Вот ты никогда не задавался вопрос? Ты имеешь в виду вот в момент возврата Крыма? Ну да, русская весна, весна. Русская весна, это же она должна была быть в Москве, это же русская весна, понимаешь? И тогда это все как-то... Но в Крыму тоже никогда тоже Крым, а когда вот в Донецке там все эти события начинались, понимаешь? Там удалось это остановить в тот момент. А если бы это не удалось остановить, оно бы перекинулось бы сюда, все, на юг России. Но значит, не все так плохо у нас в Кремле тоже? Значит, что там, да можем останавливать? Ну, понимаешь, остановил там, знаешь, когда нажал тут, стратегического выхода нету. Это ситуационное реагирование. Хоп, взорвалась Армения, о боже мой, сейчас кинулось все внимание туда. Бах, взорвалась Белоруссия, потом все внимание кинулось туда. Но я считаю, что Армению... Вот понимаешь, мы концептуально, наше государство взяло такую, значит, стратегию, как это называется, осажденная крепость. И мы осажденная крепость. Оборона, глухая оборона, и мы обороняемся. А нам нужно стратегию нападения уже придумывать, понимаешь? Министерство обороны переименовать в Министерство наступления уже. Хоть куда-нибудь, хоть на каких-то фронтах, экономических, идеологических. Еще каких-то. Невозможно, вечно обороняясь, понимаешь, отсидеться в этой крепости. Рано или поздно подгонят такие стенобитные машины, что они ее все равно возьмут. Нужна наступательная стратегия. У коммунистов была наступательная стратегия. Что говорил Ленин? Я брошу факел мировой революции в Европу, если вы от нас не отстанете. Так же интервенция-то закончилась, по большому счету. Он же им так сказал. Вот видите, да, говорит, факел мировой революции. Я, говорит, сейчас его бросаю в Германию и понеслась дальше в Великобританию и все остальное. И все, они сразу отступили. Потому что они понимали, что у нас этот факел есть. Нам есть что предложить миру, какой-то некий проект, чтобы захватить умы других людей в других странах. А сейчас нету этого. И мы вот обороняемся. Ну, невозможно, вот одну точку можем. Вот я вопрос, я вечный к военным, сколько одновременно вы готовы вести локальных конфликтов? Сколько, Анатолий Андрей? Это военная тайна. Без применения ядерного оружия, сразу подчеркиваю. Российская армия способна 1-2 локальных конфликта. А если 5 будет? Вот я всегда говорю, вот посмотрите, пожалуйста, на карту
России. И вот давайте мы начнем с Запада. Мощная натовская группировка, которая при мобилизовании может дойти до нескольких миллионов человек. Это классика, это наступательная, глубокая наступательная операция, мощное огневое поражение аж до Урала, юг. Это классика партизанской войны. Это деструктивные действия по разрушению государства, управлению, экономике. Дальний Восток – это классика Второй мировой войны. Массы пехоты при поддержке танков. Мы – государство, которое, ну, собственно говоря, не затухает. Мы говорим о том, что Китай наш союзник. Но никто не слышал ни разу, что Китай сказал, что Россия его союзник. Они всегда применяют обтекаемые такие... Сейчас американцы ринулись в Арктику. Арктика – это русская земля. Наши полярники ее открыли. Где-то до 1935 года это была чисто... Потом в 1935 году, по-моему, Лига наций, что ли, приняла решение, что это международная территория. Это русская. Мы создали там Северный морской путь. Опять туда кинулись. Там даже Дания имеет свои интересы. Да, и, собственно говоря, везде, куда бы мы ни пришли, где только обозначаются наши политические, экономические, финансовые интересы, нас начинают гнобить. Это называется сдерживание России, даже в олимпийском движении, если вы заметили. Угу. По всем фронтам. Конечно, это медленное удушение. То есть они переварили вот эти все наши страны постсоветского пространства, а теперь уже у них задача называется борьба за русское наследство. Как при крушении Испанской империи была за испанское, британской за британское наследство. Сейчас идет борьба за русское наследство. То есть фактически Восточную Европу переварили, постсоветские страны практически переварили. Вот сейчас осталась часть за основной Российской Федерации, понимаешь? И все это же на самом деле большая проблема. У нас нет наступательной стратегии, понимаешь? Нам нечего предложить миру, нам нечего предложить этим постсоветам, кроме денег. Но вот мы даем деньги, а деньги заканчиваются. Там нефть, газ дешевеет, все. Начались проблемы. Но мы все равно не только деньги предлагаем. А мы что мы предлагаем? Значит, мы предлагаем такое, что они брать не хотят. Ну как это еще по-другому объяснить, что, например, в той же Армении? Почему-то они это именно от нас не хотят брать. Еще раз говорю. Раз тебе дают что-то такое, чего ты не хочешь брать, может, тебе это не надо. Может, тебе надо что-то другое. Ну, хорошо, давайте мы завтра уйдем из постсоветского пространства. Американцы же находят ключ к их сердцу, к небесным элитам. Какое месиво там будет? Индия является крупнейшим покупателем наших вооружений. Буквально где-то года два тому назад они сорвали нам сделку по поставке вертолетов Ми-28 в Индию и закупили вертолеты А-64 Апач американские. Когда мы начали разбираться, почему видео, собственно говоря, уже ударили по рукам, уже готова была партия, оказывается, американцы просто дали взятки тем вот компаниям, которые закупали, они отказались. И сколько на постсоветском пространстве мы доходим до каких-то сделок и тому подобное, когда они расторгаются именно влиянием контрагентов то ли Англии, то ли Франции, то ли Соединенных Штатов. Ты говоришь про независимый проект «Россия». Давай начнем хотя бы нефть продавать за рубли для начала и национализируем «Газпром». Это уже будет такой веский шаг, понимаешь, в этом направлении. До тех пор, пока мы продаем за доллары, понимаешь, они правильно сказали. Мы, говорят, печатаем деньги быстрее, чем вы качаете нефть. То есть, ну, как ты можешь конкурировать в таких условиях? То есть мы продаем им всю, ну, фактически. Да я просто предлагаю не конкурировать, я предлагаю, ну, условно говоря, закрыться от них нафиг и все. Нет. Ну, уж просто, если уж совсем примитивно. Мы закрываемся. Это корейский, южно-северокорейский вариант. Да почему? Мы закрыты будем при начальном становлении Советского Союза. Что мы делаем? Внутренний рынок? Мы наращивали. Как мы будем насыщать внутренний рынок? Не знаю, это экономисты. Мы потеряли огромное количество территории, понимаешь? Другое качество населения, информационный мир. Мир уже стал глобальный, понимаешь? Как ты в этой ситуации хочешь выпилиться из мирового этого сообщества, да? Как ты это хочешь можно сделать? Просто выпить. Вообще как-то печально уже. Мы находимся почему печально? Информационной оккупации. Да. Интернет является мощным оружием промывания мозгов. Как главный редактор информационного агентства «Анна Ньюс» объясняет. Вы это знаете. Мы выходили на Ютьюбе, 500 000 просмотров, 500 000 подписчиков, 3,5–4 миллиона просмотров в день. И нас без предупреждения ликвидировали. Мы пропали. Тоже, да, так ликвидировали. Да. Мы пропали с эфира. Мы не можем найти концов с концами. Почему? А видеохостинга в России своего нет.
Конечно. Это еще одна проблема. Они, увидев нас как противника, конкурента на информационном поле, а мы охватывали. Окей, есть, Антон Ильич, есть наши русские платформы, давайте их развивать. А где? Назовите мне хотя бы одну. Я точно знаю, что есть. Нету их. У нас нету самих серверов. В зачаточном состоянии. Самих серверов нету, понимаешь, где хранить такие большие объемы. Государственные политики. Тогда почему все возмущаются, когда мы говорим о суверенном интернете, все возмущаются, кричат, что нет, он нам не нужен. Так значит, нам он нужен? Он нам нужен. Ну, как это технически сделать? Как вы сделаете? Я историк. Ну, я тебе просто говорю, у меня друг специалист вообще в этой области. Буквально вот 2 года назад, когда была конференция, он в Санкт-Петербурге выступал там с докладом и как бы объяснял нашим сотрудникам силовых структур, там, да, что... Ну, вот они там тоже сказали, а если, например, отключить интернет, да, вот если начнутся какие-то события, говорят, отключить вообще элементарно его. То есть, вырубить можно очень быстро. Но, говорят, вы учтите, у нас рухнет все. Там, не знаю, Яндекс, там карты не будут работать. Госуслуги в то время, я не знаю, как сейчас, там 60-70% информации хранилось на иностранных серверах. Сейчас как-то перетаскивают. У нас нет технологии производства вот этих вот серверов, даже чтобы сделать в России в нужном объеме. Понимаешь, там много чего нет, много проблем с этой элементной базой, там, со всеми этими вещами. Мы же какую стратегию построили? Мы продаем нефть, покупаем то, что нам нужна, электронику там, и все остальное. Станкостроение убили, много что убили, которые такие отрасли, которые вот так вот по щелчку пальца не восстанавливаются. И в этом тоже проблема. Как ты создашь суверенный интернет, тебе нужны определенные технологии. Понимаешь, тебе приходится их покупать либо у американцев, либо у китайцев. Больше ни у кого нет. Это сейчас 5G, да, например, эти все технологии. Они либо у китайцев Huawei, либо вот у американцев. Мы их покупаем. А когда ты покупаешь и заводишь себе в страну, и там какую-то даже безопасность на них там выстраиваешь, ты же должен понимать, эти системы распознавания лиц и все остальное, что, ну, как... Это все равно китайская система, понимаешь? Все документооборот, который происходит в России, складируется в Соединенных Штатах Америки. О чем говорить? На серверах. О чем говорить? Где предлагаю... деньги свои? В американских ценных бумагах. О чем говорить? О каком суверенитете идет речь? Разговор о суверенитете валом. Это мы говорим о том, что вы говорите закрыться. Как закрыться? Сейчас невозможно глобально в этой системе, в которую мы вписались в глобальную финансовую, в глобальную экономику, в глобальную информационную и самое страшное, что. И, кстати, информационную мы каким-то образом мы потихоньку ее проигрываем. Даже не потихоньку, а хорошо проигрываем. Ведь то, что происходит в Белоруссии, и то, что происходило на Украине, происходило с точки зрения передовых западных технологий, это сети, социальные сети, которые информировали, перемещаемся на улицу такую-то, на улицу... Ну, координация, все это же, да. Да. А интересно. Вот, простите, трагические события в Осетии, которые произошли в школе, когда телевидение передавало перемещение силовиков, а боевики отмечали, куда перемещаются боевые группы. Ну, безобразие, большое безобразие. Я предлагаю, ну, во-первых, эксперты, коллеги, спасибо большое. В эфире была программа «Детали», в студии был полковник и главный редактор агентства «Анонюс» Анатолий Матвейчук и политолог Алан Мамиев. Спасибо большое, спасибо зрителям, всего доброго, до свидания. Спасибо, до свидания. Я государственной власти.